Первым представляю бойца в синем углу. Introducing to first fighting out of the blue corner. Ему 36 лет. Рост 185 сантиметров, вес 93 килограмма ровно. Профессиональный рекорд 17 побед, 7 поражений. Ladies and gentlemen, he 36 years old, standing 185 centimeters tall, official weight 93 kilograms even. His professional record, 17 victories and 7 defeats. Ladies and gentlemen, representing São Paulo, Brazil, here is Wagner Caetano Prado! Его соперник – красному углу клетки. And his opponent – across the cage, fighting out of the red corner. Бойцу 30 лет. Рост 180 сантиметров, вес 92,95 килограмма. Профессиональный рекорд – 16 побед и только 2 поражения. Ladies and gentlemen, he's 30 years old, standing 180 cm tall, official weight 92.95 kilos. His professional record – 16 victories and 2 defeats. Дамы и господа, приветствуйте из Манчкока, Таджикистан, Фариду Терминатор Атила! Рефери поединка Дмитрий Фабуевич. Fighters, you are professionals, listen to my command. We have 5 minutes, show a beautiful and honest fight. Good luck, shake your hand. Четвертьфинал Гран-при в полутяжелом весе. Фаридун Адилов против Вагнера Прада. Победитель выходит на Михаила Мохнаткина. Статистика на ваших экранах. 5 раундов по 5 минут. В красном углу Фаридун, в синем Вагнер. Дмитрий Валуевич уже готов дать отмашку. Ну что, меньше шоу, больше боев. И эти бои начинаются прямо сейчас. Поехали! Очень мощные парни. Удар любого из них может завершить все в любую секунду. Вагнер Прада вообще всегда таким слегка перезаряженным выходит. Левый прямой. Работает он как раз в левше. Чуть более расчетливо действует Фаридун. Аккуратненько подходит, раскачивает, убаюкивает. Раунд-кик по корпусу. Сбил темп бразильскому спортсмену. С одной стороны, Фаридун Адилов действительно не форсирует события, но в последнее время у него досрочные победы, и ему удается довольно быстро доставать своих соперников. Аккуратный прессинг со стороны таджикского терминатора. Пытается огрызаться Вагнер Прада, выдавливая так Фаридун Адилова. Его здесь махнул, но там очень-очень вовремя Фаридун ушел. Тем временем еще один удар по корпусу Адилов донес. И со временем это может стать большой проблемой для Вагнера Прада. Уже 2 раза он бросился вперед. Но пока это не выглядит как агония. Хайкик по защите приглашает зарубиться Вагнер Прада. Да, с джебом подходит. Все ближе и ближе, но сейчас немножко откатывается назад. Вот здесь пошел вперед вновь. 1,5 минуты позади. Хайкик. И даже через защиту почувствовал Фаридун этот удар. Да, сейчас очень серьезное давление на плечах у Фаридуна Адилова. С такой публикой, с таким количеством людей, которые пришли поболеть, любое действие будет, конечно, расцениваться гораздо более остро. И здесь по корпусу работает на замедление соперника Фаридун Адилов в первом раунде, ну, как минимум в первой половине этого раунда. Что здесь? Хороший стартовый взрыв. Вот Адилов по корпусу пробивает Вагнер. Да, небольшая рубка была. Вновь в такую спокойную стадию переходит. От взрыва к взрыву мы существуем в этом бою. Опять выманивает на себя и показывает Прада, что почему бы и нет. Можно порубиться. Довольно много боев в карьере Вагнера дошло и до решений. Он умеет и вытягивать силы из соперников. В данном случае
пытается замедлить Хайрулладилов оппонента, пробил правый прямой, очень хорошо. Не летит вперед Вагнер Прада, потому что знает, что может напороться на встречный очень-очень тяжелый удар, после которого не оправится. Да, Прада пытается сделать так, чтобы Фаридун вымахался. Но с этой задачей он пока не справляется. О, здесь головами, по-моему, стукнули, судя по всему. Рассечения не вижу. И еще одна атака от Фаридуна Адилова. Стоит на ногах бразильский спортсмен. Не бежит вперед Фаридун. Все очень аккуратно. Ставки высоки. Да, это гран-при. Здесь нужно 20 раз перестраховаться, но при этом быть очень острым. Очень и опасным. Есть попадание. Повело здесь Вагнера Прада. Можно развивать успех. Не спешит. Не спешит, обрати внимание, Фаридун. Да, не до верного. Пытается разыграть все. И здесь зарубы на средней дистанции. Кто будет точнее? Один эпизод за другим. Ревет публика. Отстреливается Вагнер. Мимо. Фаридун попадает. Еще один бросок. Мажет раз за разом Вагнер Прада. Фантастика. Сумасшедший поединок, сумасшедший раунд. Еще минута в нем есть. Просто огонь выдает. В первом раунде тот и другой. Просто поджигают атмосферу сейчас во дворце Ирины Вины Русмановой. Небольшая пауза, правой прямой от Адилова. Она прилетала явно Вагнеру Праду, но он пока держится и очень хорошо себя чувствует в целом, по крайней мере визуально. Это отличительная черта вообще Вагнера Прада. Начинается борьба. 40 секунд, здесь гард закрыт. Ведут по времени Вагнера, говорят ему о том, что осталось 30 секунд. Но при этом раунд он проигрывает. Да, пожалуй, да. И Фаридун здесь, конечно, взрывается. Вот он, терминатор по всей красе. Последний раз досрочно Вагнер Прада проигрывал в мае 2019 года в тяжелом весе Антону Визигину. Причем проиграл в третьем раунде только. Там кровоподтек, я так понимаю. С левой как плотно прилетает Вагнеру. У него и на центре лба сечка. Второй раунд. Фаридун Адилов против Вагнера Прада. Левый прямой выбрасывает бразильский спортсмен на старте. Добавляет ногу. Активно начинает в целом второй раунд. Потенциально 5. Еще один удар по корпусу. Не взвинчивает темп Фаридун. Как и первый отрезок начинает аккуратно. Ну да, вот эти хождения, проверки джебом. Но опять же, не будем забывать про то, что Адилов перевел Вагнера Прада в конце первого раунда. И, возможно, в борьбе сейчас он прибегнет побыстрее. Потому что вот это заруба на ближней дистанции, да, очень опасно. Занимает позицию здесь Фаридун Адилов. Гард закрыт. Хорошо укладывает, оказывается, сверху. Там Вагнер попытался поработать локтем, но не хватило ему времени. Там высоко поднялся Фаридун и уже пытается, ищет возможность этим же самым локтем пробить Адилов.
Также не будем забывать про то, что Фаридуна Дила вообще выступал в среднем весе очень долго. И только оказавшись здесь, в Лиге ИСЕЙ, несколько боев провел в категории до 93 килограмм, а в том числе и это. При этом не исключено, что Фаридун затем вернется в дивизион Мухаммедрасула Гасанова. Но с другой стороны, видно, что ему здесь комфортно. Хорошая ударная сила, хорошо себя чувствует. Наверняка, когда гоняешь меньше, само собой, процесс восстановления проще. И здесь, собственно говоря, это Фаридун демонстрирует. 3 минуты уже меньше до конца раунда. Тактика тотального переезда не сработала у Фаридуна. И теперь идет набор очков в борьбе. Набор уверенный. Минимизирует ущерб Вагнер, правда, как может. Ничего критичного пока не пропустил. Но и локти пока не подключил Фаридун Адилов. Особенно локти на коротке. Не пытается пробраться в полный маунт. Вот сейчас обходит защиту. А вот здесь треугольник. И пошел, что треугольник. Смотрим. Вот такой прием в стиле Алексея Олейника. Ну что здесь? Все! Все! Сумасшедшая победа Фаридуна Адилова! Давление на диафрагму. Ничего себе. Где-то, наверное, аплодирует один Алексей Олейник. Вы знаете, только считанные люди сейчас сидят на этой арене. Все на ногах. Невероятная победа Фаридуна Адилова. Не почувствовал он Вагнера Прадо. Дамы и господа, время остановки боя 2 минуты и 46 секунд второго раунда. Ladies and gentlemen, we have a time. 2 minutes and 46 seconds of round number 2. Удушающим приемом одержал победу и отправляется в полуфинал гран-при полутяжелого веса. Your winner by submission victory. And goes to light heavyweight Grand Prix semi-final Фаридун Терминатор Адилов. Ну, действительно, просто по-терминаторски разобрался Фаридун Адилов с Вагнером Прадо. Браво, наше поздравление. Я тебя искренне поздравляю. Полуфиналист, какие ощущения, какие эмоции? В первую очередь, альхамдулилля. Я скажу альхамдулилля. У меня ничего нету, ни стойки, ни борьбы. Но я не знаю, как я выигрываю своих соперников. Алхамдулилля. В первую очередь, я хотел поблагодарить. Шеф, спасибо вам. Спасибо большое. И хотел поблагодарить своих старших братьев. Акай Раджабали, Тимур Абдуллаев, Акай Шабоз, Акай Рустам, Акай Фаридин Ходжумель, Акай Дильшор, всех, кого я забыл, не обессудьте. Спасибо вам за все, что вы, несмотря на мои победы и поражения, всегда рядом со мной, поддерживаете всячески. Спасибо всем. Огромная благодарность. Акай Мамадзои, Хазор Амала Казон Барадаскири. И хотел насчет, хотел огромное спасибо сказать организации ACA No. 1. Спасибо вам за все. Вы изменили мою жизнь.
Спасибо большое Майрбек Хасиеву, Асланбеку Батаеву, всем. Спасибо вам тоже. Спасибо всем. И огромное спасибо сегодня, несмотря на ваши работы, ваше времени, вы здесь сидите и поддерживаете нас. Спасибо большое, мои болельщики. Без вас мы никто. Спасибо. И эту свою победу хочу посвятить своим родителям. Папа, Додо Джон, Ваджон, аж мой сахар над временем. Я знаю, что они сейчас не спят. Ждут, делают дуа за меня. Спасибо большое. Ваши аплодисменты Фариду Надилов. Не уходи далеко. Сейчас самое время встретиться. Можно одну? Асланбек, Лига, если будет возможность, пожалуйста, следующий турнир проводите в Таджикистане. Будем очень рады. Мы все ждем вас. С такой невероятной поддержкой это действительно будет очень шумно и ярко. Друзья, время поприветствовать оппонента Фариду Надилова, Михаила Мохнаткина. Под ваши аплодисменты. Михаил, приветствую. Прошу на центр. Сюда. Ну что, как тебе оппонент? Доволен ли ты, что твоим соперником стал именно Фаридун, а не Вагнер? Ну, в принципе, я и предполагал, что Фаридун победит. Я это в своем интервью говорил. Друзья, прошу вас, давайте будем соблюдать уважение. Убедительная просьба. Спасибо. Слово тебе еще раз. Да. Что я хочу сказать? Поздравляю, Фаридуна, это был яркий, красивый бой. Ты молодец. Перешел в новую весовую категорию, набираешь обороты. Я более чем уверен, что у нас будет яркий, зрелищный бой. Всем спасибо. Как тебе такой оппонент? Как ты оцениваешь свой уровень относительно Михаила? Мне честь подраться с таким титулованным чемпионом. Спасибо. Шалла, покатим. Хороший бой. Друзья, давайте заглянем друг другу глаза в глаза. Ваши аплодисменты, Михаил Мохнаткин и победитель Фаридун Адилов.